Вот выдалось пара часов. Решил покупаться в отвале. Одно хорошо. Не жарко. Грибов нет. Все сухо. Походил, поискал. Пришлось зайти сюда. Я говорил не раз уже, что если видите в лесу там упавшее дерево, вот корень торчит, посмотрите на нем, тем более если вдруг рядом что-то есть, ну кто-то что-то находил, то тем более. Да. Какая-то крошка летит, но ничего интересного, хоть бы какой-то кристаллик выпал. Нет, ребята, все не то. Не то, ребята. Кварц, ну видите, не оформленный никакой. Что-то чуть желто есть. Но не цитрин же это. Такой встречается камень, порода вернее. Вот есть прожилки. Но тут махонькие кристаллики. Вау. Рассыпались. Вымыть так может. Нет. Чего хорошего. О. Ну вот этот уже интересно. Видите, вот тут вот минерализация видна. Хоть радость какая-то немножко. Раз нет, ни хрена. Ладно, возьмем этот. Дома вымоем. Бывает, под дерном-то интересное находят.
кристаллы, но что-то не в нашем случае похоже. Ну вот кварц, видите какой, вот он, лучистый, шестоватый идет, но нет кристаллов чистых. Вот тоже, ну что это, ну да, цитриновая порода вот здесь вот, но она непрозрачная. Вот достал пенку, прилег. Красота ведь. Надо покопаться. Ой, елки. Вау. Ну вот это похоже настоящий цитрин. Ясно, что часть кристалла. Вот видите, сросток вернее тоже. Эх, здесь солнышка нет. Нету солнышка, а то бы показал цвет. Так, это что такое? Шестоватый идет. Просто кусок. Кусок дерьма какого-то. Да, кусок кварца и ничего более. Ладно, поковыряюсь, если что-то найду, то включу камеру.
Вон она. Кусочек. Да.